Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 28-м уроке видеокурса «Настройка сложного шаблона лендинг-пейдж от А до Я». И мы продолжаем с вами работу. И следующий у нас на очереди «Off Canvas», то есть это дополнительное меню. Мы с вами уже проходили его, но это просто дополнительный код, он не зависит от вашего «Off Canvas» меню, если вы его уже на сайте организовали. Это так называемое дополнение, может быть, где-то пригодится. Смотрите, на демо-сайте это выглядит так. Смотрите, выглядит это как кнопочка. То есть, соответственно, смотрите, в любую статью, в любой модуль это можно вставить. И смотрите, что происходит. По клику выезжает вот такой вот белый холст, где можно вставить все, что угодно. Ссылки, якоря и так далее. Если где-то это может быть пригодится, то есть независимо от вашего Off Canvas меню, в дополнение можно еще разместить вот в любом месте вот такую кнопочку. Ниже представлен ее код, сейчас разберем. И ниже еще есть такой вариант, как, например, холст справа и холст слева. То есть они практически ничем не отличаются, но давайте их разбирать. Значит, убедимся, что у нас страница на английском языке. Значит, вы просто копируете с демо вот так вот целиком код. Переходим в рабочий свой сайт, открываем какой-нибудь модуль. Я буду делать в том же модуле HTML. Значит, заходим также в HTML режим. Так, я в самом низу просто вставляю этот код. Ну и давайте сразу разбирать, что тут мы имеем. Начинается, значит, код ahref. Здесь можно вставить ссылочку. Давайте попробуем вставить. Я вставляю на главную страницу. Значит, двигаемся дальше. После ссылки идет canvas. Смотрите, это идет как бы якорь. Он реагирует вот этот ID блок 1. Здесь мы не меняем ничего. Про размеры мы еще поговорим. Здесь я заменил слово на свое. Видите, я тут написал демо. И, соответственно, вот заголовок H3 переименуем на свое. И здесь все, что угодно. Надо вам больше здесь элементов. Вот так целиком вместе с этими атрибутами копируем. Ниже вставляем. И здесь переименовываем как хотим. И это можно сделать потом ссылкой куда угодно. Либо вставить якорь. Вот давайте попробуем, я переименую просто демо. Демо 2. Значит, я все переименовал. Давайте пока оставим как есть. Нажимаю ОК, сохранить и обновляемся. Смотрите, видно, что вот у нас кнопочка появилась. Я там написал демо, заголовок кнопочки вы видите. Здесь переименовано. Кликаю по кнопочке. Вот, пожалуйста, заголовок сменился на мой. И у нас есть пока просто текст. Демо, 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 демо. В пустом месте где-то кликаем, и сворачивается наш вот этот дополнительный блок. Смотрите, вот ширина. Видите, вот это вот ширина. Смотрите, мы ее как увеличиваем. Или уменьшаем, если это нужно. У нас, значит, код начинается отсюда. Вот смотрите, data wide 280. Давайте сделаем, например, 580. Чтобы посмотреть, а сработает или нет. Значит, я обновил страницу, смотрите, кликаем. И вот такой большой блок, почти половину занимает сайта, да? То есть, чтобы вы просто знали, как все здесь легко настраивается. Я возвращаю на место. Так, я закрываю HTML режим. Смотрите, как можно прямо отсюда из редактора вставлять ссылки. Аккуратненько выделяем, например, демо. Я копирую свой адрес. То есть я сейчас демонстрирую, как вставлять легко ссылки. Выделили демо. Мы хотим сделать, например, это слово какой-то ссылкой. И здесь уже в редакторе нажимаем вот на эту скрепочку. Вот так вот вставляем ссылочку и ОК. И давайте посмотрим, получилось ли. Кликаю демо. Видно, у нас тут слово демо стало ссылкой. Кликаю на демо, и, пожалуйста, страница главная у меня подгрузилась. Так, давайте теперь попробуем вставить якорь.
Я возьму пример нашего якоря, который мы с вами уже проходили. Вы можете взять оттуда же. Просто смотрите, вы копируете вот так вот строчку целиком. Это же и есть точка отправки, да, до нужного места. Поэтому это вот у нас одна вот такая строчечка. То есть у нас вместо наверх будет наше слово там демо я написал. Поэтому я копирую, смотрите внимательно. Только вот эту строчку пока. Наше демо-меню, вот оно здесь. Смотрите, вот это вот я удаляю. И вставляю до демо вот эта строчка, так? Ну и замыкающий код нам нужно будет сейчас прописать. Возвращаемся опять наверх. И я беру концовку кода. Иначе у нас не получится. И в конце демо я вот так вставлю. Все очень просто. То есть любые ссылки, сколько угодно вот этих вот элементов можно добавлять, да? Давайте окей, сохранить и посмотрим. Значит, кликаем по нашей кнопочке. Видно, у нас демо первая – это ссылка. А вторая демо должна прокрутить нам наверх до первого якоря. Кликаю на демо. И вы видите, у нас прокручивает. Ну, здесь не совсем это уместно. Просто я вам показываю возможности. Потому что, смотрите, экран затемняется. И человек может не увидеть, что тут произошло. Что у нас перемотка произошла. Я вам просто демонстрирую возможности. В принципе, с этим кодом все. Я думаю, все вам понятно. И также можно рассмотреть нижний код. Мы его просто целиком копируем. Я вам просто покажу, как здесь что заменить, если вы еще не поняли. Значит, также ниже я размещаю данный код. Вот так разделю, чтобы не путаться вам. Вот. И у нас кнопочки, несомненно, работают. Давайте сразу поговорим о изменении. Смотрите. Значит, идем, смотрим код, код, код. Это у нас блок 2, это мы не трогаем. Пожалуйста, вот есть выезжение вот этой вот панели 380. Размер меняется здесь. Значит, заголовок справа. Давайте, значит, canvas right, да? Я напишу демо справа. Так, демо справа написали. Дальше. Смотрите, то есть это заканчивается одна кнопка. Вот это вот, видите? Начинается ahref. Вот, заканчивается. Это одна кнопка. Вот это вторая кнопка. То есть, смотрите, в демо, видите, раз кнопка, два кнопка. И для них здесь в коде один вот этот блок, который я выделил, он как раз отвечает вот за этот панель, который выезжает. То есть, вот без этого кода у вас ничего не будет выезжать. То есть, тут в демо показан для двух кнопок один лишь вот этот блок. То есть, это можно все использовать с одним блоком, видите? Значит, здесь также меняем демо, только пишем слева. Так, я написал демо слева. То есть, вот эти две кнопочки, редактирование их не закончено, да? То есть, вот здесь вот у каждой кнопки есть ширина. Выскакивание вот этого блока, белой вот этой вот полоски, да? Вот 380, 380, вы это уже умеете. И вот для них, для двух кнопок, один блок. А почему один и тот же блок у вас сработает на обе кнопки? Смотрите, потому что у этого блока ID блок 2, и здесь кнопки блок 2, блок 2. Если вы здесь, вот здесь что-то измените, то для этой кнопки вот этот блок уже не откроется. Получается так, что можно сделать неограниченное количество кнопок с одинаковым ID, то есть блок 2, и будет открываться для них один вот этот блок. Ну, это если нужно. А так можно для каждой кнопки сделать отдельный блок. Просто меняя здесь ID, и, соответственно, вот этот блок копируете, и для этой кнопки меняете то же самое вот здесь ID. Вот и все. Так, заголовок H3 я меняю на свой. И вот здесь, смотрите, любой ваш контент. Давайте что-то поинтереснее сделаем. Вместо текста попробуем разместить картинки, а потом попробуем разместить видео. Перед словом «контент» ставим курсор, чтобы мигал. И давайте выберем какое-нибудь небольшое изображение. Вставить. И посмотрим, получится ли у нас с картинкой или нет. Обновляю страницу. Вот, пожалуйста, смотрите, у нас картинка встала. Все замечательно. Вот это слово «контент» сейчас мы удалим. Демо наш заголовок виден. То есть тут любой текст может быть, если это нужно.
И то же самое у нас выезжает справа. Видите, как красиво. Все, что надо. Здесь, соответственно, у нас остался тот прежний контент. Потому что там другой параметр, другой ID. Демо справа, демо слева. Очень красиво и замечательно. Так, давайте зайдем в код. И вот это слово контент мы уберем. И давайте попробуем назначить ему 500. Кнопки слева. Ну и давайте здесь тоже сделаем 580. Итак, нажимаем ОК. Давайте попробуем вставить видео. Значит, картиночку удаляем. Там, где мы удалили, оставляем курсор, чтобы мигал. И воспользуемся нашими шорткодами, которые мы проходили, кнопочками ниже, голубыми. Кликаем «Медиа», выбираем «YouTube». Я беру произвольный ролик, беру свой ролик. Целиком ссылку копируем с YouTube, вставляем медиа-линк. Responsive, адаптивный дизайн ставим «Нет», иначе он будет огромный. И здесь можно выставить, например, свои значения 500 на 360. Пропорции можно будет подкорректировать. Я сейчас просто демонстрирую, что можно вставлять и видео в данный код. Значит, insert шорткод кликаем и закрываем. Так, вот у нас ссылка шорткода встала. Давайте сохранить. Обновляемся и смотрим. Кликаю демо справа. Вы видите, у нас замечательно. Просто сюда и вставляется видео, да? И плюс еще не просто видео, мы можем даже напрямую взять код от YouTube и вставить, а можем даже за счет шорткодов, видите, вставить. Видео проигрывает, здесь все нормально. И даже делается на весь экран. И, соответственно, слева у нас выезжает то же самое, потому что, как я вам уже говорил, это работает две кнопки для одного блока. Все гибко настраивается, пользуйтесь. А мы увидимся с вами в следующем уроке.